страх первой игры присутствовал у ребят, у меня. Это было волнительно. Ребята постарше, где-то физически сильнее, где-то умнее нас, но мы стараемся, надо прогрессировать, и такие соперники – это очень хорошо. Это была первая игра наша, дебютная, поэтому было понятно, что не все будет получаться. Поэтому для первой игры, наверное, нормально, потому что была борьба, игра полезная. Вот. Но при этом слишком большое количество ошибок, которые, я считаю, не должны быть на нашем уровне уже, на уровне сборной U18. Делаем скидку на то, что мы все еще U17. И с U18 станем через год, и я уверен, что все будет двигаться. Ребята стараются, ребята слушают. Просто именно сразу же в игре, даже то, что мы обсуждали, то, что мы говорили, все быстро происходит. Ну, кто-то среагировал, кто-то нет. Не все получилось. Будем разбирать. От игры к игре будем становиться лучше. Все-таки чувствовалась какая-то скованность. Все-таки, опять же, первая игра. И мне кажется, что ребята показали себя на 70-80%, но все старались, все молодцы. Больше было не в скованности дело, а в умении принимать решения на большой скорости и в умении выигрывать контакт. В этом сегодня многое не получилось. Дело не в игроке каком-либо из них. Дело в их совокупности. Это моя, возможно, ошибка, что именно в таком составе они заканчивали эту четверть. Но это товарищеские игры, в которых мы пытаемся проверить все сочетания, все варианты. Да, это сочетание пропустило удар. И вот этой физической именно борьбой, баскетболом, контактный мужской вид спорта, они сегодня перевесили чашу весов в свою пользу.